Слово «музей» происходит от греческого «музеум», что в переводе значит «дом муз», дом, где хранятся произведения искусства. В музее можно научиться наслаждаться красотой и почувствовать ход истории. Это очень важное место для детей, где они могут почувствовать себя частью большой человеческой цивилизации. Русский музей – это целая вселенная, в которой найдется интересное занятие на любой вкус. В музее совсем не обязательно ходить на экскурсию. Можно просто гулять с другом, а можно одному. Можно смотреть в окна, изучать интерьеры, представлять, как раньше в этих замках жили. Русский музей – это на самом деле целая галактика музеев. Он состоит из 6 очень разных дворцовых и парковых ансамблей. Михайловский дворец с Михайловским садом, где выставлены образцы классического русского искусства. Михайловский замок, защищенный рвом, как в средние века. Мраморный дворец, в котором выставлена коллекция современного искусства. Домик Петра – одно из первых зданий в нашем городе. А роскошный Строгановский дворец, где недавно открылась постоянная экспозиция для незрячих и слабовидящих посетителей, и корпус Бенуа, в котором можно увидеть знаменитые шедевры русского авангарда. Летний сад с его знаменитыми скульптурами и летним дворцом Петра I тоже часть русского музея. В залах музея гармонично существует русская и зарубежная живопись и скульптура разных эпох. Путешествие в русский музей будет интересно людям всех возрастов, особенно если хорошо подготовиться к походу заранее.